Всем привет! Давно я Роську не снимал. Все, гуляй, гуляй, гуляй. Беги, беги. Вот опять выпал снежок. Не знаю, может видно, мне не видно, что он падает. Температура, ну, может 1, 2, 3 градуса мороза, вот так вот, не больше. Достаточно тепло. Роська, ну беги, давай. А, побежала ворону гонять. А когда хочешь заснять, вот, ну, то иногда там такое творит интересное. А вот захочешь заснять, все прибегает. Роська, ну и вот хотел тебя заснять, вот. И не отходит. О, побежал опять за вороной. Ворона возмущается. А ну покажи. Так. Что, уже морда не в снегу? Да? Не, Роська, я тогда садиться не буду. Там снега много. Да, как я с тобой буду? Погуляй, гуляй, бегай, бегай, гуляй. Или хочешь, чтобы тебя погладили, да? Эти такая. Все, давай, гуляй, гуляй. Гуляй, Роська. Так, вот ворона мне дает покоя. Так, иди сюда ко мне. Так, ко мне иди сюда. Так, ко мне сюда. Дай воронам погулять. Да, что, скучно тебе, ни с кем собачек нету, то, чтобы погулять. Да, Роська? Давай, хоть повернись ко мне. Давай, идем. Роська. Побегай ты немного. Что ты как это? Ах, обычно так она в снегу играется, прыгает. Тут вот как назло. Вот, ну, почему-то не могу ее хорошо заснять. Так, что-то тут вынюхивает уже. Выискивает. Сейчас еще найдет какую-нибудь косточку, которую вороны не доели. А ворон возмущается, Роська, на твое поведение. Уже прибежала ко мне. Так, я не понял, ты что, замерзла уже или что, Роська? Что такое? Что, будем идти домой? Домой, да? Роська, домой идем? Идем домой, да? О, домой поскакала. Роська! Так, ты ж домой собралась. Да. Так, ну что ж, я тогда буду заканчивать. Заходите к Роське, постараемся делать чаще как-то, но если будет получаться. Все, всем пока.